Сегодня на рынке труда одним из наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых считаются специалисты, получившие среднее специальное образование. Бухгалтеры, товароведы, агрономы, механизаторы никогда не останутся без работы. В Славянском районе таких специалистов готовят два учебных заведения – электротехнологический и сельскохозяйственный техникумы. На этой неделе в Славянском сельскохозяйственном техникуме прошел выпускной вечер. Подробности в первом материале выпуска. Славянский сельскохозяйственный техникум – одно из старейших учебных заведений не только района, но и Кубани. Подготовкой специалистов агропромышленного комплекса в техникуме занимаются с 1927 года. В этом году учебному заведению исполняется 90 лет. Юбилейный год техникум решил отметить рекордом. В 2017-м он выпустил небывалое количество специалистов – около 250. Одним из первых – молодых людей с получением профессии на выпускном вечере поздравил директор сельскохозяйственного техникума Евгений Дмитриев. У вас замечательный день. Вы получаете первый в жизни настоящий документ о профессиональном образовании. Путь будет тернистым. Не ищите легких путей, потому что их на самом деле на свете нет. Каждый зарекомендовать может себя только сам. Я вам желаю замечательного трудового пути, чтобы у вас писали газеты, рассказывала телевидение, чтобы работа вам приносила удовлетворение, радость, чтобы вам хотелось всегда с работы идти домой, а из дома возвращаться на работу. Помните, пожалуйста, о том, кто дал вам путевку в жизнь, о ваших родителях, о вашей первой учительнице, о ваших учителях в школе, о тех, кто учил вас здесь, в нашем техникуме. Потому что все мы очень старались для того, чтобы у вас сегодня был диплом, для того, чтобы вы состоялись в жизни. Славянский район сельскохозяйственный, поэтому новоиспеченные специалисты наверняка найдут себя в профессии. Поздравить молодых людей с началом нового этапа в жизни пришел глава района Роман Синеговский. Я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы те, кто запланировал дальше идти в высшее учебное заведение, чтобы вы поступили и дальше продолжали учиться, чтобы те, кто пошли на работу, чтобы эта работа была действительно вам по душе, чтобы вам нравилось. Хочу сказать спасибо вашим родителям, потому что они любят вас, они потратили много времени, сил, денежных средств для того, чтобы вы сегодня в жизни состоялись. Педагогам тоже спасибо, потому что Славянский сельскохозяйственный техникум – это один из самых старейших заведений, учебных заведений на Кубани. И здесь есть чем гордиться своими традициями, своей историей. В этом году 21 выпускник Славянского сельскохозяйственного техникума получил красный диплом. Документы об отличном окончании учебы им вручил вместе с директором СХТ глава района. Несколько ребят за особые успехи в творчестве, спорте, участие в общественной жизни района и края получили от Романа Синеговского благодарственные письма и памятные подарки. Всего техникум выпустил в этом году 236 человек. Все они грамотные молодые специалисты, готовые трудиться и строить свое будущее и будущее родного района и края. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская, программа «События».